Здравствуйте, друзья! Спешу поделиться с вами нашими первыми успехами после работы с Давидом. В общем, у нас было всего 3 сеанса, и даже после этих 3 сеансов мы наблюдаем некоторые изменения в наших детях. После первого сеанса моя дочь внезапно попросила мольберт. До этого мольберт стоял, наверное, у нас года 3, точно никому не нужный. То есть изначально мы его купили, немного в него поиграли, порисовали и забыли про него. И стоял он года 3. И тут она внезапно, представляете, просит мольберт. Просит мел, просит тряпочку, чтобы ее намочили. И, в общем, начинает рисовать и стирать, и довольная, в общем. Ну, мы, естественно, тоже довольны. И, в общем, это было неожиданно. После второго сеанса, когда мы пришли за ними в детский сад, Вероника попросила меня поднять к картинкам. Ну, знаете, как в детских садах всегда на стенах какие-то картинки, открытки. И, в общем, она мне показывает, якобы, мама, смотри, зима. Показывает на картину зимы. Это тоже, конечно, очень удивило, потому что обычно я являюсь инициатором вот этих всяких показываний, объяснений. Я всегда все показываю, объясняю, а тут она мне сама. Мама, смотри, сейчас зима. Ну, в общем, конечно, это тоже удивило и порадовало. И после третьего сеанса тоже кое-что произошло. В общем, моя дочь взяла шприц, ну, естественно, пустой, без иголки, просто взяла шприц. И пошла к зеркалу. Мне стало интересно, что же она будет делать. В общем, она стала якобы себе ставить укол. Это было смешно, тоже неожиданно. На что я спросила: Вика, ты себе укол хочешь поставить? Она посмотрела на меня и пошла к своей сестре. Та в это время лежала на диване, смотрела мультфильм. И, в общем, она стала ее разворачивать, чтобы поставить укол ей. Ну, та, естественно, не далась. В общем, вот так. Всего 3 сеанса, и после каждого сеанса какие-то изменения. Ну, кто-то скажет, это маленькие изменения, кто-то скажет, никакие изменения. Но для нас каждый шаг, каждая умелка, каждый малейший даже шаг – это для нас какое-то достижение уже. В общем, мы очень благодарны Давиду за то, что он поработал с нами. И, конечно же, мы надеемся, что он еще и в дальнейшем будет работать с нами и поможет нам справиться с нашими проблемами. И, конечно, мы очень благодарны. Все, спасибо за внимание.